Аптечный курс для похудения. Курс рассчитан на 6 недель. Элеутерококк плюс принимать по 2 таблетки утром и 2 таблетки за час до тренировки. Можно заменить настойкой левзея или радиолы. Рибоксин. Дозировку следует подобрать исходя из вашего веса. Дневную порцию следует принимать в 2 приема. Во время завтрака и за 1,5-2 часа до тренировки. Глицерофосфат кальция. Принимать дважды в день. Утром и за 1,5-2 часа до тренировки. Дозировку следует подобрать, исходя из вашего веса. Сальтос. Принимать в дни тренировок. Одна таблетка по 7,23 миллиграмма на 25 кило веса. Дневную дозу следует делить на несколько приемов. Просто отличный жирогонный курс для мужчин и девушек. Если к этому курсу добавить тамоксифен по 20 миллиграмм в день, то получится еще более мощный жирогон. Но это только для мужчин. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.